Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. И сегодня речь у нас пойдет о таком прекрасном явлении достижения рыболовства, как силикон. Ну, точнее, приманка. Про силикон речь у нас сегодня пойдет. Но у меня есть еще такие две прекрасные вещи, как воблер Strike Pro и вот такая вот вертушечка от неизвестной фирмы, точнее, я забыл, она совсем, точнее, известная, но я потерял обложку. Итак, очень уловистый воблер, на него я поймал около 3 или 4 форелей. Эту вертушку я еще не обрыбил. По идее, щучья, но я видел у нее часто, ее часто у мужиков, которые ловили на форелевом сплатнике. Далее речь пойдет о таких прекрасных твистерочках такой прекрасной расцветки. Вот твистерок с джиг-головкой на 9 грамм. Очень хорошо метать, и провокационная расцветка помогает в этом деле, короче, рыбалки на форели. В общем, тут твистер такой же расцветки, вообще абсолютно такой же силикон, но с 1-граммовой чебурашкой. Вот. Получается, он, реализовать тут подсечку и на вываживании, или вообще, короче, подсечку реализовать на этом силиконе в 2 раза легче, чем на этом, но зато метать его, точнее, ну, вы поняли, закидывать тяжелее. Вот такой двуххвостый красавец. У меня бы он был также в красном цвете. Форель его очень полюбила, красный цвет, но я его совсем удачно оборвал в хвосте одной из рыбок. Вот. Очень хороший. На джиг-головке он смотрится как имитация креветки. Вот у него такие, как будто как у сороконожки или у червя, такие секции, как бы, к сердцам. И 2 хвоста. Ну, очень хорошо в воде смотрится, когда при проводке. Вот такие вот коротенькие силикончики. У меня есть твистера. Вот. При светлой погоде, яркой, очень хорошо срабатывает по форели, проверено. Вот. Этот у меня, поймался как-то окунь. Далее идем. Вот такие длиннохвостые твистера. Сами длинные, много секций. И вот 5-сантиметровый хвост твистера. Очень хорошо ходит в воде. Это одна из самых моих любимых приманок вообще силикон. Даже в пасмурной погоде, хотя он темный, он, по идее, должен был сработать при свете. Он сработал очень хорошо, это самый ловистый силикон, покупайте такой. Это цвет заката, пурпурный какой-то, смешанный с фиолетовым и полупрозрачный. Так, вот еще такой же желтый. Очень хорошо при яркой погоде срабатывает. Вот. Ну, в общем-то, это все, о чем я сегодня хотел с вами поговорить. Напоминаю, что 10 января будет выйти на форелевый плат. Также видео к этому прилагается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь, если вам тоже понравилось. В общем, до свидания, дорогие друзья.